В 2015-м в Москве на вторичном рынке совершили 114 тысяч сделок с переходом прав собственности на жилье. Годом ранее было 162 тысячи, то есть налицо падение на 30%. Это данные Управления Росреестра по Москве, которые приводят ведомости. При этом продажи в новостройках снизились заметно меньше, всего на 18%. Эксперты опрошенной газеты объясняют такую разницу. Во-первых, тем, что на вторичном рынке нет льготных ипотечных кредитов. А во-вторых, владельцы квартир, в отличие от застройщиков, не хотят подстраиваться под нынешние условия и скидок не делают. Вместе с тем, участники рынка в нынешнем году восстановления как от рынка новостроек, так и от рынка вторички не ждут. Хотя квартиры в последние годы подешевели, но курсы валют нестабильны, а доходы населения падают.